Далее в программе принты. Искусство переносить картины на платье. Принты как раз тот самый простой инструмент, который позволяет дизайнеру ввести искусство в свои коллекции. Любая картина может стать рисунком на платье. Но принты в моде – это тема отдельная и очень сложная. Ведь перед тем, как создать очередной рисунок, требуется хорошенько поработать. Обычно принты модным домам разрабатывают специальные компании или фриланс-дизайнеры, которые обучаются этому искусству в университетах. На каждый рисунок существует копирайт. Перед тем, как создать платье в полосочку, нужно быть уверенным, что этот рисунок не зарегистрирован кем-то другим, чтобы потом не пришлось платить штраф. Некоторые рисунки можно печатать на одежде свободно, например, географические карты. Права на них не принадлежат какой-то определенной компании, так что вариантов для их интерпретации бесконечное количество. Неделя моды встретилась с одним из тех людей, который отвечает за рисунки на тканях известных домов моды. Андреас де Витис работает фрилансом сразу на несколько компаний. В его резюме разработка тканей для домов Gucci, Эмилио Пуччи, Кельвин Кляйн, Миу Миу, Бриони и даже Прада. Прада – это моя семья. Я работал там 5 лет. Я был в штате подразделения «Эксклюзив». Теперь работаю фрилансером и внешним консультантом для Prada Group. Фантазии по комбинации и смешению стилей Андреа де Витиса можно позавидовать. Он объединяет кинематограф 30-х со стилем модерн, создавая нечто очень броское и фантазийное. Он с удовольствием берет творчество малоизвестных художников за основу своих принтов. И как результат, форма, цвет и тени всегда получают яркие и неожиданные комбинации. Андреас, какие дизайнеры, работающие с принтами, вам нравятся? Кого вы считаете своим учителем? Моей учительницей была Миуча Прада. Какой же урок был самым полезным? Нет, это не были уроки того, как делать принты. У нее я научился стилю.